Abi kolay gelsin. Balık nasıl? Geliyor mu? Balık pek yok. Niye? Sabahleyin arkadaşlarla hala aldık. Deniz nasıl peki, yüzdünüz mü? Deniz çok güzel. Güzel mi? Tamam abi, teşekkürler. Elinize sağlık. Deniz çok güzel. Tamam. Harika. Kolay gelsin. Ben de birazdan abi. Görüşürüz. Sağ ol abi. Вот это местные жители рыбачат здесь, в районе Томюк. А мы именно здесь, это компания Арбат Хоумс, это я, Шалкар, из города Мерсин. Сегодня у нас раннее майское утро, уже на улице жарко, не знаю, сколько в градусах, под 30, наверное, уже часы сели. Мы будем сегодня обозревать свои пляжи, там, где расположены наши объекты, которые мы предлагаем вам из видео в видео. Наши любимые покупатели приезжают сюда уже не первый год, совершают повторные покупки, благодаря чему убеждают себя вновь и вновь, что сделали это далеко не зря. Недвижимость успешно перепродается для инвесторов, недвижимость. Для тех, кто хочет просто проводить свой отдых, досуг у себя здесь, на пляжу, в своем районе, прекрасно существует инфраструктура, которую мы сегодня будем обозревать. Начнем мы сегодня именно отсюда. Это район Томюк, неподалеку от нас проекты Лавиния-1, Лавиния-2. До них от берега около максимум 500 метров. По дороге мы с вами встретим инфраструктурные объекты в виде кафе, ресторанов. Посмотрим сами пляжи, насколько они готовы к сезону, потому что сезон уже вот-вот должен начинаться. Пока еще так рано, не так много народу, но вечерами на этой набережной и на этом пляжу, знаете, такое идеальное сочетание количества народа. Вроде бы и много, и уютно, это создает уют. Атмосферно, очень аутентично, и ты себя чувствуешь прямо как вот в настоящей живой Турции. Вот без всяких прикрас и без всяких оберток. Но в это же время она не переполнена. Я на эту, конкретно эту набережную, этот пляж попал в прошлом году случайно. Тогда у меня супруга была беременна, мы жили в районе Арпач-Бахшиш, и мы хотели найти какой-нибудь ресторанчик. Выехали сюда, приехали, и я удивился, насколько соседний район сильно отличался пляжем. А потом уже с опытом я понимаю, что все-таки оказывается, каждый выход на пляж, каждая набережная кусочками друг от друга отличается. В общих чертах они прекрасно подходят для ежедневного купания. Существуют магазины, кафе, рестораны. Но где-то, допустим, как здесь, растут эвкалиптовые деревья, где-то больше газона, где-то больше песка. Сегодня мы все это с вами посмотрим. Повторюсь, это компания Арбат Хоумс, это Шалкар, и я рад вас вновь здесь видеть. Пойдем. Вот конкретно сама набережная и пляж прямо возле проекта Лавиния-1 и проекта Лавиния-2. Когда только начинали старты продаж, я много раз бегал сюда и снимал для наших клиентов видео, потому что они покупали онлайн. Кстати, процентов 90 наших сделок происходит онлайн. Сейчас все еще утро, мы не так далеко ушли, и молодежь сидит, отдыхает, то, чем занимается. Вход здесь песчаный, пологий, подходит для того, чтобы купаться с детьми, не переживая, не беспокоясь. В видеоряде до этого мы для вас отсняли, вы уже, возможно, увидели. Это всякие магазины, эвкалиптовые деревья, в целом, как выглядит набережная. Субъективно, лично мне это очень импонирует. Мне нравится, как здесь все устроено, уютно. Ведь эта набережная была построена ни много, ни мало, может быть, лет 15-20 назад. Потому что еще тогда люди знали, где классные пляжи. Приезжайте, посмотрите, я с удовольствием с вами прокачусь, еще раз все покажу. А мы движемся дальше. Мы скоро поедем тоже в район Томюк, но уже на другой объект. В целом, Средиземное море, солнце, зелень. И это Томюк. Поехали! Честно сказать, я первый раз в этом году вообще зашел в море. Вода прекрасная, очень приятная. А мы находимся прямо в 150 метрах от проекта Sea Plus. Это наш местный пляж.
приходите сюда купаться каждый день. Водичка прекрасная, пляж очень даже приятный. Мелкая галька, но вообще не доставляет дискомфорта ногам. Поэтому, быть может, я и пойду купаться, а мы с вами встретимся позже. А это один из самых популярных районов, район Тэджэ. Сюда очень много приехало иностранцев, это наши сами сограждане, и здесь вы чаще всего услышите знакомую вам речь. Прямо здесь находится в 500 метрах от моря, от этого берега, проект Глория. Кстати, у него есть очень близкий брат, у этого проекта называется Икзен. Его мы вам тоже покажем, можете посмотреть. А пока наслаждайтесь видами. Здесь больше людей, больше песка, ну и мы ближе к центру. Я хоть и недавно проживаю в Турции, но и у меня, и у моей семьи здесь уже по этому месту появилась ностальгия. Ведь именно в этом районе я первый раз проживал, только, вернее, заселился первый раз в этот район. Это район Арпачбашиш, а конкретно здесь по воскресеньям, мой выходной день, мы выходили, просто гуляли, сидели здесь на берегу, кушали. Здесь, кстати, вкусные тосты делают турецкие, попробуйте. Небольшое такое аутентичное заведение. Так выглядит пляж, здесь уже близко к Эрдемли, это пригород, а конкретно возле этой набережной у нас аж два проекта, даже три проекта в стройке. Арпач Парадайз, Менезе Голд Сити и Лавиния Делюкс. И все это буквально 250, 350 и 600 метров. И все это здесь в Арпачбашиш. Море здесь по себе знаю, очень приятное, вход здесь пологий достаточно, где-то встречаются камешки небольшие, после зимы еще намыло, но все это скоро мэрия Эрдемли будет чистить. Поэтому наслаждайтесь видами. Смотрите, как далеко я стою, и не глубоко. А все потому, что мы находимся в Кыскарисе. Ехали мы сюда всего 20 минут от района Арпачбашиш. Здесь прекрасные чистые воды. Здесь очень мелко, безопасно вместе с детьми здесь находиться. Напомню, сейчас мы снимаем в мае, это еще не разгар сезона. В разгар здесь джетски, парапланы, парашюты, мороженщики, лимонады. Все это играет уже другими красками. Воды здесь чистые, песок и песок, золотые пески. Еще раз я бы хотел, наверное, напомнить, кто не видел, у нас на канале есть видео в целом о пляжах Мерсина. В прошлом году пляжи Мерсина получили аж 4 голубых флага международных стандартов для пляжей. Поэтому смотрите наши видео, стараемся снимать для вас интересные вещи, ставьте лайки, пишите комментарии, а по вопросам можете писать к нам в Telegram, WhatsApp, Viber, Instagram и просто в комментариях. Это был я, Шалкар. Сегодня мы снимали для вас пляжи возле наших проектов. И в бонус вам вот такой красивый пляж в Кыскарисе. Всем пока. Рад был видеть. Компания Арбат Хомс, город Мерсин. Это я, Шалкар.